Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики. Вот мы снова вышли в эфир. Хотим вам показать зимние куртки. Вот, пожалуйста. Вот, у нас много поступлений было, пока мы 2 недели не увиделись. Новые поступления, новые куртки. Все, вот то, что вам надо, все здесь. Короче, можете заказать, можете приходить, можете не приходить, заказать дома, сидя на диване. Пожалуйста, посмотрите, сейчас я вам покажу некоторые новые модели. Вот. Все показать не получается, но вы можете звонить, я вам все, обзор, все покажу отдельно. Вот. Начнем этих моделей. Очень хорошие модели. Верблюжья шерсть. Легенький такой, при этом теплая куртка. 48-58 размера, размерный ряд. Цену не буду озвучать, потому что у нас конкуренты появились очень много. Да, цену вам отдельно всем скажу. Цена договорная. Вот. Еще куртка, пожалуйста. Зимняя куртка, тоже верблюжка. Мех енот. Тоже очень элегантная, хорошая куртка. Посмотрите поближе, если можно, пожалуйста. Вот. 48-58. Еще следующая куртка, очень тоже хорошая куртка. Цена тоже у нее очень хорошая, недорогая. И вот такая тоже есть. Тоже хорошая куртка, тепленькие. Ну, дальше такая же модель, только чуть-чуть другое, в карман другие. Вот. И наверху посмотрим, длинные модели у нас. Цены по 3500, 4500, 5500, разные цены. Вот. Тепленькие, хорошие куртки на синтепоне. Искусственный мех внутри. А воротник енот. Вот, пожалуйста. Хотите поближе сниму, посмотрите, очень красивые, их в некоторых цветах есть, синий, бежевый и вот такой вот красивый цвет, вот, вот такой мех, искусственный, но очень красивый мех, капюшон теплый, шапка не нужна, вот, следующая такая же, просто бежевая, цвет. Вот, пожалуйста. Красные куртки у нас есть зимние. Цена хорошая, дешевле. Вот. Потом вот такой цвет. Та же самая куртка. Мех. Енот. Искусственный мех внутри. Вот такой без меха бежевая курточка. Длинная. Модель очень хорошая. Вот такой простенький, куртка зимняя, хорошенький, без меха, без ничего. Цена очень хорошая. Цену можете узнать по телефону. Следующий модель, тоже длинный модель. Мех здесь наполнитель искусственный, биопух. И здесь, пожалуйста, то же самое. Курточка похожая, но другой модель. Вот. И также у нас осенние куртки. Вот, показываю вам обзор. И есть баталы, большие размеры курточки, очень красивые. Вот Аляска есть зимние, 70-го до 70-го. И еще есть до 80-го размера. Вот, пожалуйста. Здесь верблюжья шерсть внутри. Еще есть вот такая коротенькая, тоже батальная серия. Очень большие размеры есть, до 70-го есть. Тоже верблюжья шерсть, наполнитель. Воротник искусственный, но снимается все отдельно. Вот. Так, есть еще у нас размеры. Я сказал, хочу показать вам 80-е размеры. От 70 до 80 размер есть куртки.
Вот, большие размеры. Есть вот такие, есть еще Аляски. Тоже баталны, большие размеры, гиганты. Можете заказать. Хорошие. Верблюжки. Наполнитель верблюд. Вот. Так. Пошли дальше. Вот такая вот куртка. Классика. Биопух. Чернобурка. Мех настоящий. Тоже классный. От 46 до 60 размера. Еще вот такая большемерная куртка есть. От 52 до 62. Тоже курточка очень хорошая. Здесь енот, воротник. Теплые куртки. Еще есть вот такой красивый. Моя самая любимая куртка. Можете поближе показать. Здесь классный воротник такой. Вот, пожалуйста. Еще вот такая курточка. Воротник норка. Наполнитель шерсть верблюжий. Пожалуйста. Цену можете узнать по телефону. Вот, пожалуйста. Так, пошли дальше. У нас курточки пошли. Полукороткие куртки. Зимние. Очень классные куртки. Воротник снимается. Здесь норочка. Норка, воротник, верблюжий шерсть. Внутри наполнитель. И здесь то же самое. Здесь бутон. Натуральный. Все натуральное внутри. Мех натуральный. И наполнитель верблюжий шерсть. Здесь тоже норковый и наполнитель верблюжий шерсть. Так само курточка, очень интересная, хорошая куртка. Норочка и наполнитель верблюжий шерсть. Вот здесь очень красивая куртка. Здесь енот, наполнитель шерсть верблюжий. Тоже размер от 48 и 58. Вот следующие модели у нас подешевле курточки зимние можно приобрести. Вот такие можно. Вот это вот классная курточка. Цена вообще интересная, очень интересная цена. Вот курточка красивая. Фирма Зака. Еще вот такие курточки. Тоже зимняя, ну, такое, на верблюжке. Верблюжья шерсть. Еще есть у нас вот такой светлый куртки для любителя. Очень классный модель. И цена на него очень дешевле, хорошая цена. И вот такая есть в пух. Пуховые куртки тоже классные. Вот. Пошли вот сюда, посмотрим. Куртка у нас волк. Называется волк. Шерсть. Волчий полностью воротник. До конца. Наполнитель шерсть верблюжий. Классная курточка. Тоже от 50 до 60 размера. Тоже вот такие курточки, полудлинные, выше колена, классная карбона. Наполнитель биопух, воротник енот, теплая курточка. Тоже можете заинтересоваться, цену я вам скажу сразу. Еще один модель, длинная, выше колена чуть-чуть. Наполнитель здесь искусственный, но теплый при этом. Ветрозащитный, мембраны внутри, воротник енот. Очень классная модель. Вот. Также у нас тоже карбона, тоже воротник. Здесь енот. Наполнитель тоже здесь искусственный, но очень теплый, ветрозащитный, интересный карман расположенный. На рукаве карман, внизу, внутри карманов очень много. Классные куртки.
Вот такой карбона у нас. На него идет сейчас распродажа. Очень классный. Здесь верблюшка. Акция идет на нее сейчас у нас. Тоже 50 до 60 размера. Еще одна модель. Чуть длиннее, чем предыдущие. Вот такой модель. Карманчики тут. Тут карманчики. Наполнитель искусственный. Мех енот. Вот здесь мехой, на воротнике мех еще искусственный. Очень приятно сделано для мороза на шею. Вот у нас коронный модель наш. Вот, пожалуйста, карбона. Вот такая модель. Я вам поближе его покажу. Наш генеральский модель. Очень классный. Карманчики, карманчики. Тут карман. Боку карман. Внутри карман, на рукаве карман. Здесь верблюшка. Наполнитель. Капюшон снимается, все снимается. Здесь енот. В общем, такая вот модель. От 50 до 60 размера. Вот такая еще один модель. Длинный модель такой. Карбона. Енот. Наполнитель здесь искусственный, но при этом очень теплый. Мембраны. Дышащий материал с пропиткой. Очень классный. Карманы очень расположены хорошо. Здесь карман. Еще вот такой карман. И вот здесь скрытый карман. И внутри также карманов очень много. Вот. Пошли у нас пилоты коротенькие. Еще есть такие курточки двухсторонные. Тепленькие. Еврозима. С капюшоном есть. Есть с бомбером. Бомбер без капюшона. Тоже классные. Производство Турция. Вот такая вот есть куртка коротенькая. Верблюшка. Теплая. Мех снимается. Такой же пилот есть. Синий, черный. И вот такой вот цвет интересный. Пожалуйста, познакомьтесь. Вот, очень много куртки. Вот кому куртка надо, мне кажется, придет и сразу найдет. Потому что курток в этом году очень много. Мы стараемся, стараемся и все доставляем людям, чтобы было удобно. Такая курточка, коротенькая, на резинке. Вот, норка и наполнитель шерсть. Вот. Верблюжья шерсть. Очень классная. Капюшон снимается, если захотите. Карманчики очень интересные расположены. Красивые. Внутри тоже хороший модель. Тоже можете заказать. Можете оптом заказать. В общем, цена у нас куртки очень интересная. От 2000 и до 18000. И все модели есть. Зимние куртки я имею в виду. От 2000 у нас даже зимний можно купить. Так что скрин делайте, цену я вам скажу по отдельности. Потому что этот, ну, как бы цену я хочу секретно держать пока. Вот так. Вот это у нас распродажа. Вот куртки интересные. Вот такие длинные. Куртка зима. От 2000. Размерный ряд М-кой до самого, ну, 3XL. 3XL, да. Еще модельчики, пожалуйста, посмотрите. Классные. Не длинные, а вот и не короткие. Средние модели такие. Вот. Цена 6500. Хорошая цена. Можно и договориться немножко. Я вам скажу. Еще один модель, пожалуйста. Тоже классная курточка. Тоже цена интересная очень. Недорого. Карманчики везде.
Карман, 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 и внутри также карман. Наполнитель здесь биопух. Легенький, куртка хороший, теплый. Вот. Также у нас Волк, другой модель немножко. Смотрите, пожалуйста. Карманчики, интересно, расположены. Такой простой и на замке. Также внутри карманчики. Тоже Волк полностью, получается. Капюшон полный. Волк мех настоящий. Цена 18 тысяч на нем. Вот такая курточка. Раз этот биопух, тут енот, полностью енот, получается. И это можно снять, и получается осенняя куртка. Зимняя осенняя куртка, пожалуйста. Такой же модель у нас, вот смотрите, длинный модель, очень интересный. Есть с мехом, есть без меха, вот такой модель, классный. Зимние от 48 до, то есть от 46 до 58 размер есть. Пожалуйста. Еще один интересный модель, такой зима. Пожалуйста. 48 до 58 размерчик. Классный, длинная. Такая вот. Вот. Цена интересная очень. Сделайте скрин, цену узнайте, классные куртки. Вот. Начнем отсюда еще. У нас есть еще осенние куртки. Еще вот такая зима есть. Тоже коротенький такой куртка, интересная куртка. Вот. Есть хаки цвет, есть черный цвет и темно-синий есть. Карманчики, и тут карман, тут карман, тут карман. И внутри воротник тоже приятно сделано. Флис. Вот, пожалуйста. Цена 6500 на него. Вот. Также у нас вот такие вот курточки коротенькие, осенние, ими сезонные. Вот. И жилетки у нас. Пожалуйста, на зимние, добротные, красивые жилеточки. Пожалуйста. Фирма Карбона, верблюшка. 4500 цена. От 60 до 70 размера. Вот, пожалуйста. Также есть другие жилеточки, пожалуйста. По 2500 цена на него. Вот. Заказывайте, приходите к нам. Можете не приходить сидеть на диване, заказывать. Я вам обзор покажу. Все красиво покажем, упакуем, поглажим, если надо. Вот. Оптовики особенно. Можете звонить, обзор снимем. По одной куртке все, детали, все подробно покажем вам. И вы будете все довольны. Приходите к нам, пожалуйста, всегда будем рады вас видеть.